приехать в Москву, бесплатно учиться в ВУЗе и работать по специальности с первого курса. Разве это не мечта? По мотивам желаний всех абитуриентов, университет «Синергия» реализует программу «Кадровый резерв». Отбор проходит в три этапа. Сначала собеседование в своем регионе, затем по видеосвязи со столичной приемной комиссией и финальный этап – школа лидерства. Мы приехали в Москву на школу лидерства. Полностью все было бесплатно, то есть заезжаешь, знакомишься со своими однокурсниками, учишься, вникаешь в процесс работы, спортивные мероприятия. Тот самый случай, когда эмоциональный интеллект не менее важен, чем привычные знания. Помимо ЕГЭ, при отборе оценят перспективные лидерские качества, достижения и портфолио. Из приятных бонусов – бесплатное общежитие. А вот график в нем очень интенсивный. Подъем в 6 утра и сразу тренировка, затем лекции и семинары, а после этого работа. Такой график работы мне позволяет не отвлекаться на ненужные вещи и распределить его так, чтобы я мог и совместить и учебу, то есть получить необходимые знания и получить практические навыки, находясь на работе. Чтобы было не так сложно, у каждого студента свой наставник. Он помогает адаптироваться ко всем процессам. Абсолютно со всеми студентами программы «Кадровый резерв» мы заключаем трудовой договор, и таким образом их практическая подготовка и трудовой стаж и возможность работать начинается с первого курса. После окончания программы есть возможность пойти в аспирантуру и даже на MBA. На выбор три направления – IT, дизайн и менеджмент. Так что строить карьеру и претендовать на руководящую должность можно прямо в момент обучения. Я, конечно, сразу себя не представлял директором департамента, но то, что я буду сначала успешным менеджером по продажам и руководителем группы в дальнейшем, это я сразу для себя такую цель поставил на втором курсе. Был уже руководителем группы, на третьем руководителем отдела продаж, ну и, как я уже сказал, 23 года директор департамента продаж. Кадровый резерв – программа для тех, кто хочет получить диплом и трудовой стаж одновременно. Подать заявку на поступление могут все выпускники из регионов на сайте программы. Елена Селиванова, Вадим Струков, новости 360.